Дело в том, пояснил он, что мир на Корейском полуострове, совместное процветание юга и севера возможны только при реальном прогрессе в денуклеаризации, а также при нормализации американо-северокорейских отношений, создании долговременной системы поддержания мира. Как сообщалось ранее, Мун Чжэ Ин провел 27 апреля в демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами встречу с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном. Сейчас прорабатывается вопрос о проведении в мае или июне американо-северокорейского саммита. В том же интервью Мун Чжэ Ин также призвал к нормализации отношений между КНДР и Японией.